Сейчас вам покажу павловню. Высаживал я ее 5 мая. Может, смотрели на день радио. И на сегодняшний день. Сегодня у нас какое? 13 июля. Она вымахала выше моего роста. Кто не смотрел видео, высаживали мы их вот такими вот саженцами маленькими в стаканчиках. Вот такие вот были саженцы. Вот так вот мы их сажали в землю. Особо ям там ничего не копали. Ну, единственное, вот капельный полив, конечно, тут у меня проложен. Но и то не везде. Он капает, там внутри мы отоблочили, убрали, потом уложить на место уже его не смогли. Ну вот, высота на сегодняшний день уже более там двух, наверное, около 2,5 метров. Размер листа, ну, пока что вот на этих где-то 60 сантиметров. У меня дома дерево, которое растет уже второгодка, там размер листа в диаметре, ну, моя рука, вот так я мерил полностью, это вот такой лист в диаметре. Так что павловня подтверждает свое название самого быстро растущего дерева в мире. Вот тут я высаживал однолетние саженцы. Вот видите, не с горшочков, а вот такие были, видите, они мощные, был корень у них с открытым корнем. И оставлял я один побег сбоку, тут их лезло десятки, но оставил я один, самый прямой, самый ровненький. И тут у меня, видите, как бы переулок такой, там центральная улица, а тут переулок, и вот у меня, гляньте, по переулку будет аллея из павловни. Должно быть очень красиво. Вот к зиме, я вам потом покажу, они вымахают, как вот этот орех. Такое вот интересное дерево. Это у меня гибрид Powerton Z07. Кстати, палки, помните, которые пинил, все засохли. Одна вот растет. Даже не знаю, есть там у него корень, нет. Наверное, есть, раз растет. Так, это Powerton Z07. По характеристикам она выдерживает заморозки до минус 33 градусов. Но я думаю, выдержит и больше. У нас было минус 23. У меня были вот такие вот не вызревшие, не одревесневшие, можно сказать, еще в том году у нее стволы. И вот эти стволы после зимы, даже будучи срезанными, каждая почка дала побег. Вон они, вон там у меня лежали. И тут все было, все почки были в побегах. Соответственно, морозы они не боятся. Ну что, такое дерево сажайте. Спросите, для чего сажать. Ну, видите, как красиво. Тут, блин, наверное, полхутора ездит. А вообще, основное достоинство павловни — это то, что за 5 лет можно из нее вырастить кругляк дерева, древесину диаметром 40 сантиметров. Ну, чтобы заработать, я думаю, надо посадить там хотя бы гектар 5 ее. С посадкой 3 через 3 метра. И на 6-й год половину вырезаем. На 7-й год вторую половину вырезаем. И потом каждые 3 года вырезаем кругляк. Ну, а древесину, я думаю, все мы найдем, куда использовать, или продать, или там поставить распилочный станок и пилить ее, и продавать как уже стройматериалы. Ну, это так, к слову. В Китае, допустим, ее засажено, в Европе там миллионы гектаров этой павловни, и компании на ней зарабатывают очень приличные деньги. Ну, а мы пока что выращиваем это для красоты, размножаем саженцы. Берите саженцы, покупайте, в наличии есть, я вот вам показал, какие они.
Сейчас покажу, где они у меня стоят. В теплице. Сажайте себе саженцы. Вот из такого саженца к зиме вы получите хороший мощный корень. Зимой все, что нарастет, спилите. Просто отпилите. И в следующем году на корне, на хорошем, вы уже вырастите большое мощное дерево. Ну, представьте, вот оно в стакане. Гляньте, оно мне по пояс. Вот оно в стакане вот так вот умудряется вымахать, вырасти. Ну все. Как заказать саженцы? Ну, или WhatsApp пишите, или есть сайт садоводзуб.ру. Там есть павловня, на сайте добавлено. Один саженец такой стоит 500 рублей. Вот при покупке от 500 штук цена на 150 рублей дешевле.